Второе место, которое я бы рекомендовал для покупки света, салон «Подиум» на Петроградской. Салон «Подиум» занимается только светом, поэтому здесь ничто не будет отвлекать вас от светильников. А выбор здесь очень большой. Практически все известные марки представлены. И самое главное, очень много вы можете увидеть в наличии. То есть можно прийти посмотреть, как выглядит фонарь или трек, или какое-то бра. Можно даже взять и примерить это на объекте. Посмотреть, если не понравилось, потом привезти обратно и попробовать что-то другое. Как я уже сказал, все лучшие бренды Европы представлены здесь, на Петроградской. Это очень удобно. Светильник «Лучеплан». Автор Франциско Гомес Пас. Название «Хоп». Название как у большого алмаза. И действительно, это похоже на большой драгоценный камень, сделанный с помощью технологии линз Френеля. Поликарбонат, изогнутый и обработанный специальными бороздками. Впечатление удивительное. Я использовал его несколько раз и остался доволен. В любом интерьере это будет акцентом, это будет привлекать к себе внимание, это будет создавать неповторимый образ. Голландский бренд Annette van Egmond. Annette и Уильям van Egmond. Голландцы, которые делают небольшими сериями, очень авторские, очень рукодельные и очень оригинальные светильники. Их хорошо рассматривать. Они вызывают какие-то странные ассоциации. Одни похожи на замерзшие ледяные скалы, другие на изогнутые ленты. Третьи на какие-то острые цветы. Они, кстати, даже используют образы цветов в своих светильниках. Насколько я знаю, в каждом голландском посольстве в мире обязательно висит хотя бы одна лампа бренд Van Egmond. Это национальная гордость Голландии. Одна из самых лучших компаний по техническому свету, по встроенному свету, по свету для общественных помещений – Modular. Бельгийцы. Технологическая компания делает вещи хай-тек. Соединение, обработки поверхностей – лучше, чем у других. Мне очень нравится светильник, который называется Upspok. С виду похож на компакт-диск. Но на самом деле это светодиодный светильник, который невозможно разобрать, поэтому он, можно сказать, вечен. Гарантия на него 8 лет. Он может крепиться как к потолку, так и к стене. Я использовал такие для подсветки картин в одном из своих последних проектов. Еще одни потрясающие светильники – Amor. Настенные, приспособленные как для наружного использования, так и внутри помещений. У них поворачивается корпус, напоминающий каких-то жуков или черепах, а может быть какие-то космические инопланетные механизмы. Как позиционируют себя сами представители модулара? Это именно те пришельцы, которые осветят всю нашу темную вселенную. Но основное, что мне нравится в компании Modular, это треки. Треки, которые можно делать практически любой длины. До 10 метров они делают единым куском, неразрезаемые. Их, правда, не очень легко доставлять и не очень хорошо поднимать через окна, но тем не менее. Зато они производят очень хорошее впечатление. Очень хорошо можно связать отдельные части помещения светом. Но и в частных проектах мне тоже нравится работать на контрасте, использовать длинный технический трек очень жесткого и сдержанного дизайна вместе с светильниками, такими как бренд Van Egmond или Ingemauer, которые контрастируют и создадут неповторимую игру на противопоставление.